Друзья, всем привет! Это рыбалка с Пашком, и сегодня мы поедем на рыбалку. Сегодня будем ловить, значит, на одной реке такой запруженной. Вот, значит, что в этой реке есть? В этой реке есть лещ, карась, возможно, есть карп, ну, плотва, окунь, ну, вся речная рыба, можно сказать. Я на этой речке рыбачил лет 5 назад последний раз, как-то никогда не рассматривал эту речку, но вчера проезжал мимо, и прям при мне парень вытащил карася. Я не знаю, я таких не видел. Килограмма, наверное, на килограммы больше, мне кажется, там дальше даже больше килограмма было. Нереально здоровый карась, на закидушку он его поймал. И в прилове у него был тоже там карасик и подлещик. Вот, поэтому мы сегодня решили поехать туда. Друзья, ну вот мы подъехали на место. Такая речка. Тут течения нету, поэтому можно кидать легкие кормушки. В общем, мое место занято. Куда я планировал сесть, там занято оказалось. Так что сяду здесь с краю. Будем пробовать здесь ловить. Здесь сяду. Ладно, не будем терять времени. Сейчас будем раскладываться. Замешаем прикормку и будем кормить. Смотрим. Друзья, всем привет. Ну, в общем, добрались до места. Мое место, на которое я хотел сесть, было занято, поэтому чуть сместились правее. И вот здесь с краешку сели. Здесь я глубину еще не знаю, поэтому думаю, будет интересно покидать эхолот, посмотреть глубину. Ну, пока начну с приготовления прикормки. Замешаем прикормочку. Сегодня у меня покупная прикормка на карася и пшено отварил. Буду тоже добавлять. А, еще кукуруза есть. Ладно, не будем терять времени. Начнем приготовление прикормки. Итак, прикормка у нас, значит, формула. Это карп-карась. Это у нас тоже карп-карась. В основном вот на карп-карася еще взял одну на леща пакетик. Сегодня хочу обильно кормить, поэтому вот 3 килограмма замешаю. Может быть, 2 для начала. И добавлю еще туда пшена сваренного. Сваренная пшена. Вот она. У нас еще тут сваренное пшено. Сейчас это все замешаем. Так, все так, вроде прикормка увлажнилась, сейчас пусть настоится. Пока разложим фидеры наши. Ну что, друзья, в общем, разложил 2 донки, 2 фидера. И сейчас хочу эхолотом диппер посмотреть, что покажет эхолот. Ну что, закинем, посмотрим, что покажет. Итак, что мы видим? 3 метра. 3 метра глубина здесь. Друзья, ну что, наконец-то я разложился и готов уже к рыбалке. Была сейчас поклевочка одна, уклейка. Но так пока тишина. Закормил точку по одному разу с кораблика, по 3 шара прикормки. В общем, ну и сейчас буду фидером держать темп. Там раз в 2-3 минуты перезабрасывать буду. Прикормка есть, поэтому буду пока стараться кормить почаще.
друзья, вот так клюет уклейка. Я вот только что забросил, и вот такая вот поклевка. Не буду вытаскивать. Не, ну вытащу, конечно, сейчас. Чуток еще подергается. Ну там уклейка сидит, смотрим. Сейчас я прям вытащу. Ну что, друзья, такая поклевочка прям сразу при забросе была. Ну я так понял, там уже сидит уклеечка. Сейчас мы ее вытащим. Даже из кормушки, наверное, прикормка еще не успела вымыться. Там уж тянется довольно тяжело. Ну да. Вот она, эта уклейка. И корм в кормушке еще остался. Поэтому тяжело тащится. Уже вторая уклейка за сегодня. Пока ничего достойного не было. Но мы продолжаем. Сейчас поставлю, наверное, побольше поводочек крючком. И уже я сейчас ловил на одного парыша, но, понятное дело, уклейка садится. Сейчас буду ловить на червя с опарышем. Может быть, кукурузу подсаживать. И перезаброшу донку. Одну я уже перезабросил на кукурузу, и сейчас вторую перезаброшу. Освежу, так сказать, насадки. Так, ребят, смотрите. Была поклевочка, и вот он. Это у нас подлещик уже. Это уже подлещик попался. Совсем не крупный. Но уже подлещик. Ребят, ну что, третья рыбка и... Это второй подлещик. Смотрю, на том берегу что-то мужик собирается, походу уезжает. Видимо, у него там совсем что-то не клюет. Ну, а мы будем ловить то, что клюет. Хорошо, хоть начала клевать, не уклейка, а подлещик, хоть поинтереснее немножко стало. Хоть подлещиков можем попробовать наловить. Сейчас, если я еще и поставлю ее второй фидер поближе на эту дистанцию, то тогда, может, повеселее вообще дело пойдет. Сейчас я хотел перекусить, поэтому насажу кукурузу, заброшу, пусть стоит. Друзья, сейчас была поклевка на кукурузу. Какая-то рыбка есть. Ух ты! Ребята, смотрите, какая плотвичка, а! Красота!
Ребят, сейчас была поклевка на кукурузу. Во, такая плотвичка. Вот такую можно и взять. Можно и садок разложить. Шикарно. С почином, можно сказать. Продолжу. Сейчас попробуем еще раз. Ну, кукурузу взяла, да? Кукуруза и один опарыш. Неплохо. Что-то попалось. Опять густерка. А, нет, плотвичка. Вот, плотвичка мелкая. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рыбалку. Поймали мы немножко рыбки, но все-таки что-то поймали. Ладно, сейчас достану садок и посчитаем сегодняшний улов. О, тут совсем немножко. Такой скромный улов получился. Вот одна плотвичка хорошая, и ну, это совсем мелочь. Так что, друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!